Гліб Петров, креативна людина з Києва, сьогодні у нас в гостях. Як воно, привет. Як, коли ти зрозумів, що креатив – це твоє? Така історія, на самом деле, я не понял нічого. Я пробував дуже багато різних робіт, і в якийсь момент я понял в 20, наверное, 2 роки, що я поки щось не можу знайти. Что-то без чего. Вот есть, знаешь, романтические истории, как там кто-то вот там попробовал что-то делать, он понял, все, без этого жить не могу, мое. У меня так не получилось, поэтому я искал то, что будет меня меньше обламывать. И была вакансия тогда в самой большой в СНГ дизайн-студии. Я мало что понимал про дизайн, ну, рисовать я не умел, что-то ориентировался, что-то читал и подумал, почему мне не попробовать себя там менеджером проектов. И как-то каким-то чудом, наверное, потому что там было очень много соискателей на вакансию, я не имею опыта, туда попал, потому что мне, наверное, хотелось, да, и вот с того... Это было после спивбесіди, ты зрозумів, що ти попадаєш? Там было три этапа спивбесіди. В общем, я не знаю, каким чудом, но я туда попал, ну, наверное, потому что у меня было очень много энтузиазма, как мне сказали. Вот, и выбрали почему-то меня там из больше, чем 30 человек. И, ну, вот после этого я в креативе, и меня это меньше всего обламывает. А то там были какие-то тестовые задания, которые ты сейчас зараз помнятаешь? Было много вопросов, по-моему, там нужно было написать большое motivation letter, а писать я всегда, в принципе, неплохо умел. И я думаю, что из-за того, что я хорошо его написал, и как-то достаточно самоиронично, тогда. То есть я поржал над собой, и я думаю, что вот это позволило первое этап пройти. А потом я оказалось, что у меня неплохо получается работать в креативе. И спустя там 5 лет я с партнером открыл свое агентство. И вот уже 3 года мы создаем бренды и придумываем креатив. И так. У нас все классно. И вот сегодня ты создаешь бренды. Что такое бренд для тех, кто в танку? Да, вот если ты, не знаю, нельзя называть, наверное, тут названием брендов, но вот если представьте, что у меня есть кроссовки с загогулиной, да, вот, и я об этом вам сказал, и у вас появилась какая-то картинка в голове, да, или какие-то, ну, это вообще мысленное, это что? Just do it, хочется да, сказать. Да, just do it. Вот, собственно, все, что у вас в этот момент появилось в голове, это и есть бренд. То есть это все, что думает человек, клиент о вашем продукте. Вот это и есть бренд. Вот и все. И это мало имеет общего с тем, что там какие-то кроссовки или какой-то телефон китайские дети собирают на заводе, запаковывают его и отправляют, там, не знаю, в магазины, в торговую точку. То есть это парадоксальная штука. Это то, что есть у людей в голове, да, это нельзя потрогать руками, но оно при этом имеет абсолютно конкретное выражение в деньгах. То есть это не материальный актив. Это все, что в вашем продукте думает человек, совокупность его мыслей. Как створюется бренд? Собственно, для того, чтобы создать эффективный бренд, который будет приносить бизнесу деньги, который будет окупать инвестиции, нужно понять как бы несколько вещей. Первое, нужно понять, кто этот клиент, который принесет вам больше всего денег. То есть нельзя продавать все и всем. Вам нужно найти конкретный фокус свой на человеке, который, собственно, будет вашим амбассадором. Если вы в него попадете, это будет подобно тому, как бросают камень в воду и расходятся круги, да. То есть, ну, это опять же также значит, что человек, которому вы очень понравились, он будет окей, но будут также хейтеры, которым он будет не нравиться. Значит, вы все делаете правильно. Чтобы понять этих людей, особенностью нашей методологии является то, что мы пытаемся жить их жизнью. То есть, если мы работаем со службой доставки, мы идем к нашему клиенту работать на склад или там оператором. Если у нашего клиента ритейл, мы приходим к нему в торговую точку и работаем продавцом. Если это сеть кинотеатров, мы будем смотреть, как люди покупают билеты. То есть мы стараемся погрузиться и понять, что, собственно, мы, какие эмоции наш бренд должен давать людям. Пытаемся жить их жизнью. Как-то так. Это, наверное, основа всего, самое главное. І от якщо основуватись, можливо, на якомусь прикладі розповісти про те, що ви побачили? Ми недавно создавали бренд, там працює креативним директором, а хороший друг Влад Волочай, і мені вже 30, а бренд – це для 20-летніх. І історія в тому, що ми в течение 2 недель ходили в бари, куди ходять молодіж, спускались в самий ад, на техно-вечеринки андеграундні, куди вони ходять. Ми вилізли з своїх інстаграмів і создали фейкові аккаунти в інстаграмі для ребят, которым 20 лет, і підписались на то, що їм подобається.
нравится. И вот, собственно, первый раз я почувствовал себя старым. И я понял, что, ну, в принципе, все поведенческие паттерны, они совсем уже у тех, кому 20, они не такие уже, как у меня. Им вообще не особенно важно обладание. Вот им история даже про то, как они потребляют контент в социальных сетях, им их формат — это сторис, это даже не картинка, которую ты выложил, она висит в интернете. Это картинка, которая живет 24 часа. Они живут здесь и сейчас, и они хотят покупать не право обладания чем-то и статус какой-то, да, который это право дает, например, дорогие часы. Они хотят покупать эмоции и готовы платить именно за эмоции. И мне кажется, поэтому они более прогрессивное поколение, чем мы, но, возможно, смогут построить более клевый мир, чем получается пока что у нашего поколения, или тем более у поколения наших родителей. Это интересно. Ти вважаєш, людина змінюється за життя, чи вона як виросла, так все статично доросла? Я думаю, що є, безусловно, якийсь набір характеристик, які нам присущі. І це, звісно, як хороші, так і погані. Але робота над собою, вона все-таки може перевесити, мені здається, і самоосознаність. Чи пам'ятаєш ти, коли ти змінився? І чи пам'ятаєш ти пораду, яка колись тебе змінила? Імей в собі мужество відповідати за свої поступки. І хоча 16 років пройшло, я стараюся цьому совету слідувати до сих пор. Так, дякую за цю пораду. З нами сьогодні був Гліб Петров, я Даніл Антончик. Всім гарного дня. Пока. Пока.